Первая зима на площадке дается интересно. Не скажу, что это прям легко, но интересно. Она снова заставляет меня думать, размышлять о том, как сделать тренировки удобными, безопасными, ну и полезными, конечно. Мой внутренний оптимизатор кубатурит в голове миллион идей, как сделать так, чтобы было здорово и при этом с минимальными физическими затратами. Хотя само по себе, на самом деле это даже интересно. Ну и, конечно же, дополнительное время для общения с собаками, что само по себе очень даже неплохо. Собаки с удовольствием бегут со мной вместе на горку и помогают мне утаптывать это все, чтобы убирать было поменьше. Ремыч, конечно, возмущен тем, что мы не используем снаряды, а я бегаю с лопатой. Но, в принципе, он тоже не против, когда снег прилетает прямо в него. Конечно же, первоиспытателем после большого снегопада была Дакота. Мы как раз-таки решали проблему с лапками и обстригали на лапках шерсть между пальчиками. Потому что точно так же, как и у Рэма, у нее налипают снежные комы, и бегать банально больно. Для того, чтобы Дакота спокойнее перенесла это мероприятие, мои статисты были рады помочь укатать ее. Ну, то есть побегать, поиграть и сделать так, чтобы она была уставшей и более сговорчивой. А еще девчонки привезли вкусный чай, так что времяпрепровождение было не только полезным, но еще и вкусным.